Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Гамоля. Добрий день. До 10 жнівня уборочная кампания на Гомельщине будет завершена. Такий прогноз сегодня огучил первый наместник старшини Гомельского облвыконкама Александр Миколуцкий. По данных на сегодняшнюю раницу по области убрано 45% площадь. Намолочено 475 тысяч тонн збожа. Средняя урожайность складает 32 центнера с гектара, что на 7 центнеров с гектара больше, чем летось. Самая высокая урожайность означена на палетках Решевского и Житковицкого районов. Максимум до 75 центнеров с гектара. Решевский район все лето у лидерах и по намолоте, и по темпах работ. Например, у Решевском агрокомбинате «Холмиш» процент убранных площадей пересягнул отзнаку 70%. Высокая технология возделывания наших сельхозкультур зерновых. Техника более качественно была отрегулирована. Ну и подбор сортов. Это весь спектр работ, которые должны влиять на урожайность. Они были в области выполнены, выдержана технология. Практически во всех областях урожайность ниже прошлого года не показывают. Кроме Гомельской области. Мы показываем выше. Держзаказ по поставках зерня в области выполнены крыху больше, как на 20%. Однако варто уличить, что на данный момент шмат покуль еще не оформленного сбожа находится на элеваторах. Машины с новым урожаем прибывают сюда каждую годину. Усім господаркам в области дадены указание оформить сбожа у лик держзаказа в ближайший час. Заходящие из показчиков на молоту, специалисты уверены, что проблем с выполнением поставок все лето не будет. У гэтае гарачае ў прамым і пераносным сэнсе дні на палетках працуюць не толькі аграры. За руль камбайнаў садзяцца прадстаўнікі самых розных прафесій. Падрабязнасці ў рэпартажы Максіма Савіна. Подчас уборочной кожная хвилина каштоуна. Невеликий перапынок на обед и комбайны снова отправляются у поля. В открытом акционерном товаристве Уваровича Элит Будокошелевского района убирать урожай, да помогая супрацовник ДАИ, капитан милиции Дзянис Муравейников. На гэты период он взял в отпуск. До речи, еще два его коллеги таким же чином працуют на палетках Чачерского района. Дзянис уродженец Будокошелевщины. Скончил аграрно-техничный колледж, який находится у райцентры. И до поступления на службу у милицию навод имел опыт работы на комбайне. Правда, это был Дон. Зараз он сел за руль Гомсельмашевского Полесья. Проблем с освоением сучасной техники не было. Работал в 2006 году в совхозе, правда. На комбайне, только не на таком, но на Дон 1500. Ну, принцип действия один и тот же. Дзяніс працуе у пары с Юрием Зауяловым, за плячем якого не одна уборочная компания. Так что побач есть с кем параиться, коли что не зразумело. Но в оголе праца новичка у начальства нараканий не выкликая. Старается, молодец, получается. Получается работать. До речи, гэта экипаж намолотил 130 тонн зерня. У вогуле ж на палетках господарки працуют 9 комбайнов. Убрана треть площа. На двор есть прияе, так что темпа уборки сбавлять тут не сбираются. Бывают капризы погоды. Ну, справляемся. Вот погода стоит, значит, выезжаем пораньше, заканчиваем попозже. Погода сухая, убирается хорошо. У вогуле ж у Будокошелевском районе убрано больше за 40% площадей зерневых и зернебобовых. Урожайность 33 центнеры с гектара. На 3 центнеры с гектара вышейшая, чем у среднем по области. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Беларуси завершается черговый важный этап кампании по выборах депутатов Палаты представников Национального Сходу. 27 липеня – опошний день для створения участковых выборчих комиссий. Настасья Кучинская, протягни тему. У вогуле на уваходжанне ў состав участковых комиссий по выборах депутатов Палаты представников Национального Сходу у Гомельской области было вылучено каля 12 тысяч человек. Состав комиссий на каждом участку вызначаюць на посяджениях территориальных органов керования. В ближайшие дни, коли уладить остатние формальности, можно будет ознакомиться с усими списами членов комиссии. Их колькость будет залежать от колькости жыхароў, які зарегистрованы на участку. Усяго на территории нашего региона створены 1038 выборчих участков. Зараз стоит задача обеспечить на их ровный доступ для всех выборщиков. Маются на увазе особы, которые рухаются у инвалидных креслах, мамы с колясками, инвалиды по зроку и пожилые люди. Пытание доступности выборчих участков для людей с особливыми потребами разглядели у областной выборчей комиссии. Как было отзначено под час размовы, заходящие с принципу агульной доступности участков, их старались организовать на первых поверхах. Перевагу отдали тем домам, где есть пандусы. На участках, которые находятся у будинках, что не отповедают таким
таким потребованиям, вырашено организовать работу волонтеров. Такая практика работы уже была испытана в компании 2015 года. Она набирает обороты, когда работают волонтеры при поддержке Красного Креста, Белорусского Республиканского Союза молодежи, областной организации инвалидов. Проводится учеба, как помочь человеку, не повредив ему здоровье, не навредив, да, помочь человеку подняться либо на второй этаж, либо преодолеть, пусть даже и две ступеньки, на улице. Зараз протягивается прием документов у округовой выборшей комиссии от особ, которые выказали желание стать кандидатами у депутаты. По опошних даденных документы на регистрацию подали 19 претендентов. Это работа изо дня в день активизируется. И 1, значит, соответственно, августа, по 1 августа включительно, все должны предоставить свои документы, значит, окружная избирательная комиссия для рассмотрения. Зараз у Гомельской области працуют 117 назиральников. З їх 4 акредитовано у обласної виборчої комісії, остатні – у округових. Нагадаємо, вибори депутата у Палати представників Національного сходу пройдуть 11 вересня 2016 года. Настасія Кучинська, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». А зараз приємна новина для абітурієнтів. У Білоруським гандлєво-економічним університеті споживецької кооперації до 1 жнівня протягується прийом документів на бюджетне місце. Абітурієнтам готові пропонувати навчання за кошт бюджету споживецької кооперації нашої країни по шерегу престижних спеціальностей, таких як бухгалтерський улік, комерційна діяльність, маркетинг. Штогод у лік студентів ВНУ залишують каля 800 абітурієнтів, 30% з них на бюджетну форму навчання. Білоруський гандльово-економічний університет споживецької кооперації рихтує висококваліфікованих спеціалістів, запотребованих у гандлі, громадському харчуванні, промисловості, зовнішньоекономічній діяльності і логістиці. Серед найбільш популярних спеціальностей – сусвітна економіка, логістика і інноваційна для нашого регіону економіка електронного бізнесу. Треба значити, бюджетна форма навчання у Белорусским гандлево-экономичным университете споживецкой кооперации так само гарантуя своим студентам шерех значных перевах. Первое, их обучение финансируется именно системой потребительской кооперации. Второе, они получают стипендию гарантированную. И третье, что очень важно в настоящее время, им гарантировано первое рабочее место. Мы ждем всех абитуриентов в приемной комиссии по 1 августа включительно. У них будет возможность поступить не только на платные места, но и на бесплатные для них места, которые финансирует потребительская кооперация Республики Беларусь. Сегодня у Гомеля открылся республиканский кермаш «Летний ценопад». Гандлевые павильоны размещены у помешканий сезонного катка МЖК «Сонечный» и побольше «Зим». Кермаш проводится 7-й год запор. Его организатором традиционно выступает Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты. Все лето летний ценопад объединял около 90 удельников из всей Беларуси. У их лику вытворцы легкой харчовой промысловости – рамесники. Так само першиню приехали продавцы из России. Кермаш будет працавать у Гомеля до 30 липеня. На ярмарке представлены и текстильные, и трикотажные изделия, кондитерские изделия, колбасы и полуфабрикаты мясные. Также организованы детские аттракционы, то есть с 10 до 19 можно прийти всей семьей, совершить необходимые покупки и хорошо провести время. Размова об выниках и перспективах развития региональной экономики пойдет сегодня в программе «Диалог». Гостем студии станет первый наместник старшини Комитета экономики Гомельского облвыконкама Андрей Конюшко. Программа выйдет у эфир на телеканале «Беларусь-3» у 18:50. Свои питания вы можете задать по номеру телефона промога эфира у Гомеле 77-68-45. За мощные спякоты в регионе объявлены оранжевый уровень небеспеки. У большинства районов завтра по ветру прогреется до 33 градусов. У ночи будет первоважная без опадка, у день месяцами максимы краткочасовые дожди и навальницы. Высокая температура, по прогнозам синоптиков, протримается до конца тыдня. У пятницу температура поднимется до отзнаки у 34 градуса. У связи с гэтым МНС нагадывая, что у спякоту варто уживать больше ваткости, устрыматься от приема алкоголю, обмежевать поездки на автомобиле. И ни в каком выпадку не покидать детей у припаркованных авто.
Гэта і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Аляксандр Гамоля. Добрых вам навінаў і да сустрэчы ў эфіры.